Всем здорово, с вами Мистер Сафари. Сегодня мы продолжаем играть в BMNG Drive. И сегодня у нас будут сценарии. Так как, к сожалению, у меня слетели все моды, а точнее я их удалил из-за несовместимости их с игрой какой-то. Просто игра не хотела нормально идти с модами. Пришлось их удалить, и не знаю, как поставить так, чтобы игра не крашилась. Поэтому пока что я играю без модов BMNG. И пока что вот сценарии мы посмотрим, которые новые вышли. Ведь недавно вышло новое обновление, где добавили новую машину. Ее мы рассмотрим либо в этой серии, либо в следующей. И да, если на этой серии наберется 20 лайков, то сразу же постараюсь пилить следующую серию по BMNG Drive. Так как я пойму, что вам реально хочется еще BMNG. Так, тихо. Аккуратно. Чуть не врезались. Но покоцались, да. У меня колесо загнулось, твою мать. Как я сломал-то его так? Все-таки умудрился. Тихо. Вот тварь. Бревен по своих понаставили, блин. Лесорубы, вы что, охерели? Вы что творите? Меня вообще клонит, жесть. Да вы что, издеваетесь? Ха! Да уж, это было сейчас неприятно. Так, ладно. Еще разок. Погнали. Аккуратненько. Нам нельзя спешить. Мы должны спокойненько, в спокойненном темпе ехать и вести эту машину, иначе мы ее разобьем. Так, что у нас в салончике? О, лол, смотрите. Лол, мы что, пропустили? Чего? What the fuck? Прикиньте, мы пропустили чекпоинт. Вот это обида. Это просто настоящая обида сейчас. Что это вот? Что это? А. На Q случайно нажал и включил не автоматическую коробку передач, а ручную, и получилось вот такое говно. Почему ты не берешься? А? Почему ты не берешься, тварь? What the fuck? Так, давайте еще разок я врублю. Походу что-то заглючило с игрой. Игра что-то сейчас баганая стала. Надо еще раз. Так, загрузилось. Ну, быстро загрузилось. Так, я надеюсь, теперь-то чекпоинты не будут лагать. И все будет браться, да? Я на это очень надеюсь. Так, по правилам прям даже едем. Так, ты берешься? Да what the fuck? Что с тобой не так-то? Лол, сейчас я, короче, исправлю. Итак, я перезапустил игру. Надеюсь, теперь не будет этого бага, что не берутся чекпоинты. Если будет, то я вообще хз. Что такое я сотворил? Что не берутся они? А, нет, все, взялся, да. Все, это исправил. Какая-то ошибка была или что-то. У игры, короче, проблемки были. Но теперь все нормально. Так, мы остановились на салончике. Что же у нас в салоне? Блин, смотрите, на руле написано Гаврил. Имя есть такое Гавриил, но у нас называется что-то типа газелик машина. Гавриил, нормально. Нормально сойдет, что. Так, кстати, блин, салон сделан классно в этой машине. Мне нравится. Пока поедем от первого лица. Но лучше, конечно, ехать от третьего, так как иначе мы не видим нашу машину, которая сзади болтается у нас там. Нам нужно за ней очень хорошо следить, иначе можем потерять. И лучше, конечно, нам не разбивать наш эвакуатор. Воу, фига себе подкинули. Так, аккуратно. Тут я подумал направо поворачивать. Тихо. Так, аккуратненько, задом сдаем. Чуть не снес я перед нам. Повезло, что мы рядом с деревом проехали так. А то бы могли разбить нам передок. Так, аккуратненько. Спускаемся, хрена себе тут спуск в камнях.
А вот и место, где у нас картинка, как раз таки скрин на картинке, на главной стоит. Окей, так. Чекпоинт 6 из 12. Окей, нам еще достаточно немало ехать. Твою мать, тихо. Да ты издеваешься, что ли? Что это за издевательство сейчас было? Уже столько проехали, нам говорят, пошел в жопу. Машина упала, все. Об это дерево долбанное. Ладно. Ничего, мы сейчас все это пройдем. Аварийку, кстати, можно? А, да, можно аварийку врубать. Воу-воу-воу, вот это лучше не делать. Это всякие там конфиги, колеса такое, текстур мод. Лучше этого не надо делать. А то выглядит все, ну, очень жестко. Так, аккуратненько. По этой сельской дороге, блин, кочки эти. Вот. Какой дурак на эвакуаторе будет вести машину вот по такому говну, блин? Зачем? Других путей нету, что ли, до пункта назначения? Или у нас, типа, загородный домик такой, куда вот именно только эта дорога и ведет? Наверное, скорее всего, так и сделали. Так, тихенько. Аккуратненько, чтобы никуда не врезаться. Воу, ого, это сейчас было опасно. Мы колесом задели пенек. Так, вот здесь вообще аккуратно надо, иначе в эти камни врежемся и все. И каранты наши. Воу. О, подвинул дерево машину такой. Оп, подвинул. Есть кочки какие-нибудь на левую сторону? Машина, 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 машина падает. Почему у нас наклон вправо? Есть влево наклон? Во-во-во, тихо-тихо. Это перебор. Да нет. Жесть, блин. Короче, встретимся, когда я пройду до этого места. Итак, мы уже подъехали к этому месту, вот оно, злорадное это место. Спускаемся дальше. Я, кстати, намного аккуратнее проехал, не знаю, вроде ехал побыстрее, но проехал аккуратнее как-то. Хрен знает, как это получилось, но получилось. Так, у нас здесь переходы такие, едем все еще по сельской дороге. Машина, блин, на краю, падла. Ее по дереву как-нибудь подвинуть немножко. Но я могу ее так подвинуть, что в итоге мне ее в ремонт надо будет сдавать. Воу-воу, кочки. Аккуратно. Она прям краешком держится, вообще жесть. Так, ага, вон нас, вот наш финис. Финиш. Так, тихо, аккуратненько заворачиваем. Вот и все. Вот, да, к домику сельскому нам было привезти надо эту машину. Что-то, зачем им эта машина здесь? Вопрос. Это спортивная тачка, сука. Ладно, это уже не наше дело. Давайте в меню и попроходим еще сценариев. Так, что еще у нас такого из нового? Так. О, Police Patrol. Это, я так понимаю, погоня. Так, это у нас, да, это у нас погоня, и было написано, что мы типа опытный водитель, шериф, все такое, а преследуем неопытного молодого пацана, который купил себе вот эту новую машину, которую в обновлении добавили, спидер называется. Спидом болеет машина немного, но это нормально. Это стандартно для сейчасшних машин. Ну вот она вот быстрая очень, и вот мы ее должны догнать. А, кстати, одна из самых быстрых. Если не самая, конечно, да. Вроде самая быстрая из стандартных BMG машин, насколько я знаю. И она очень хорошо держит дорогу. Потому что я ее пробовал на ней кататься. Блин, она реально хорошо держит дорогу. Тихо! Все, проиграли. Разбили мы свой шериф джип. Обидно. Так, а мигалки работают? Работают. Вах, вот это не надо. Опять, как обычно, я нажал на какую-то кнопку, где показывается только уже теперь не текстура, а деформация. Жесть.
Лучше такое не трогать. Давайте прям по прямой втопим. Мы попытаемся ее где-нибудь вмазать в стеночку. Напоминаю, что в этой миссии мы не должны разбиться сами, а должны разбить только преступника вот этого, нарушающего правила дорожного движения и превышающего скорость. Охуел! Не, вы это видели? Нормально так. Он нас подвинул, как будто он там весит 10 тонн, а мы там 500 кг. Просто такой, оп, сдвинься. Нормально. Надо его посерьезнее толкать в следующий раз в стенку. А то что-то он охеревший немножко, этот пацан. Говорят, неопытный. Ну давай, сейчас мы тебя... Ну он, смотрите, вот мы к нему подъезжаем, он начинает топить сразу же. У него мощи хватает. А мы вон 90 еле-еле растапливаем на нашем джипе. Блин, у нее такая машина, она там может улетать вообще быстро. 130, вот так где-то, 140. А он не улетает от нас. Значит, вопрос, он что, дебил? На. Да блядь! На колеса. Красава. Надо догнать. Только мне кажется, мы какой-то из колес повредили. Немножко помяли машину, но это херня. А он нас ждет, кстати, лол. Ты чё нас ждешь, дурашка? Сейчас мы тебе в задницу так влепим еще разок, что ты охереешь от жизни. Оп, давайте по прямой прям. И сейчас он, если он будет притормаживать где-то, то ему жопа просто. На! Ну. Харе. Ты играешь с огнем. Да блин, у него уже раздолбан зад, а он до сих пор едет. У него вон глушак уже валяется по земле. Пацан, одумайся, потормози. Притормози, давай. Давай. Иди сюда, падла. Иди, ну нахер. Да твою мать. Где я крашу? У меня двери только отлетели. Ну, можно сказать, мы его остановили. Но давайте выполним по-нормальному миссию. Так. Так, окей. Я хочу выполнить так миссию, чтобы его раздолбать, а самим не разбиться. То есть, считай, сейчас мы, можно сказать, в какой-то степени выполнили эту миссию. Но я хочу по чесноку все сделать, так что давайте-ка. Догоним ему. Еще его можно в тех скалах, в первых скалах, вот, близких к нам, расхреначивать. Но надо постараться там это сделать, пока он дает этот шанс. Так. Сейчас мы тебя догоним, в лепешку превратим, пацан. Оп! О, только не разбивайся. Так, что у нас там получилось? Мы его разбили, да? F8. Так. Ну да. Расхерачили так нормально его. У него, смотрите, колесо так хоп, хоп, крутится. Какой пацанчик наивный. Так. Ладно. Давайте еще разок. Мне просто доставляет дико его убивать. А, стоп, мы начали заново-то? Так вот. Давайте его еще разок ушатаем. И уже на этом закончим серию, наверное. Будет небольшая такая серия по сценариям. Ну а с вас я прошу, пожалуйста, 20 лайков, и будет следующая серия. Меня реально очень радуют ваши лайки, стимулируют делать серии по BMG. Чем больше 20, вообще отличненько. Ладно, не об этом сейчас. Так, пацан, может ты сам разобьешься? Хотя нет, это вряд ли. Он, конечно, неопытный, но не настолько же имбецил и дебил. На. Оу! 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 Оу!
полегче. Так, 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 выезжаем. Вот смотрите, мы еще на... Оу, жескач. Ладно, я думаю, на сегодня хорош. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, конечно же, ставьте палец вверх. А с вами был мистер Сафари. Всем пока.